Всем привет! Новое видео на канале. У нас январь месяц, 14 число. И я иду получать посылку в Боксбери Авито доставкой. Не очень комфортный пункт выдачи выбрал. Думал, с работы сбегаю. Ну, не суть. Многие из вас пишут, как получать и как попадут деньги. Сейчас я все вам объясню. Вы когда договариваетесь с продавцом получить, точнее, купить товар Авито доставкой, вы, соответственно, договорились о определенной цене и дальше нажимаете кнопку прямо в карточке товара, кнопку «Оплатить». В этот момент деньги замораживаются на серверах Авито. Они не попадают к продавцу, они условно зависают в облаке. Продавец прямо в чате вашей переписки, в карточке товара, получает сообщение, что товар оплачен, и ему предлагается выбрать пункт выдачи, где удобно ему отправить. Соответственно, вы можете выбрать доставку либо Почты России, либо Боксбери, а если курьерская доставка, то в зависимости от региона это будет DPD или КСЭ. После этого продавец относит посылку, она едет курьерской доставкой, точнее, службой доставки, на основании которой вы выбрали, допустим, в моем случае это Боксбери. И после этого вы приходите в пункт выдачи. У вас есть 15 минут на проверку товара. Давайте пойдем и проверим. Вот Боксбери. И, соответственно, заходим. Господи, двери-то тут, конечно, капитальные. И сейчас будем получать. Здравствуйте. Боксбери, получите Авито доставку. Смотрите. Да, могу вам, соответственно. А? Могу вам помочь. Скажу. Не-не-не, все сделаю сам, спасибо. Вот у нас приходит посылочка. После того, как вы откроете, осмотрите, сотрудник либо подтвердит, либо вы ее отдадите обратно. У вас есть 15 минут на это. Еще такой нюанс есть, старайтесь продавца попросить тщательно упаковать товар, если это техника, телефон, фотоаппарат, ноутбук, чтобы все было примерно вот так упаковано, потому что, ну, от этого зависит. Все-таки они доставляют аккуратно, но чтобы все не разбилось и все было хорошо. Друзья, вот у нас непосредственно сам товар, который я заказал, это телефончик Pixel. Будет отдельное видео на канале, почему и как. Зачем, почему с айфона уходим. Будет даже, наверное, сравнение по камерам. В общем, все вот так вот продавец упаковал. Никита, огромное тебе спасибо. Жди посылочку обратно в качестве презента. Что-нибудь себе придумаем скорее. Итак, после того, как вы все проверили, 15 минут вам более чем достаточно. Никита, еще раз большое спасибо. Ты послал даже больше, чем я ожидал. И вообще ты в этом плане умничка. Еще раз жди ответочку. Ответочку жди, все будет хорошо. Получайте. Сотрудников отмечает, что вы получили посылку, и в этот момент происходит то, что я вам скажу чуть позже. Да-да, не удивляйтесь, сейчас бушует эпидемия опять. Гриппа или что-то там, большое спец заболевание, поэтому считаю, в общественном транспорте, в общественных местах лучше ходить в масках. Итак, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что 15 минут вы тщательно проверяете то, что вы получили. После этого сообщаете код получения сотруднику Боксбери. Он, соответственно, получает, ну, отправляет этот код. И в этот момент продавец получает в чате, не где-то в сторонних мессенджерах, не в WhatsApp, а именно в чате переписки о том, что покупатель, то есть я забрал посылку, пожалуйста, продиктуйте, ну, типа, напишите номер карты, куда вам зачислятся деньги. Вы можете указать любую карту, не обязательно свою. Просто номер карты, с которой вы сможете снять, перевести деньги. В общем, то, куда вам удобно. Тот номер, соответственно, карточного счета, номер карты, где вы рассчитываете получить эти деньги. И продавец указывает этот номер. И после этого деньги, которые вы договорились, которые вы оплатили, оплачивают ему. Что же делать? То есть, ну, ему оплачивают буквально там 10-15 минут, и все, деньги приходят. Отлично, иногда даже секунды проходят, и деньги приходят. Все счастливы, вы получили как покупатель проверенный товар.
продавец 100% получил деньги. Что происходит, если посылка потерялась? Ну, Авито говорит, что они компенсируют покупателю деньги, продавцу товар. Что делать, если вам не подходит товар? Вы рассчитывали на одно, а по факту получаете другое. Вы отказываетесь, и в этот же момент деньги возвращаются вам на счет. То есть с той карты, которую вы оплачивали покупку на Авито. Поэтому в 2023 году пользуйтесь только Авито-доставкой. Авито-доставка страхует ваше отправление, Авито-доставка страхует ваши деньги. Поэтому всех с наступившим 2023 годом. Сами знаете, что вам пожелать. Сами себе пожелайте, пожалуйста. Спасибо за просмотр. До новых скорых встреч. Пиксель 5, Никита, респект. Ты супер классный дядька. Жди, как говорится, небольшого презента с Карелии. Спасибо за просмотр. Кто досмотрел до этого момента, пишите Дональд Дак. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.